Многофункциональная спортивная площадка открылась в Чернянском селе Верхнее Кузькино. Она была построена всего за месяц в рамках реализации федерального проекта «Развитие физической культуры и спорта». Место для нее выбрали в центре села, рядом со школой. Мне больше всего нравится то, что здесь есть тренажеры. Так как можно тренажеры, они там можно качать пресс, на некоторых можно подтягиваться. Ну, мы будем сюда приходить каждый день, заниматься на тренажерах, играть в футбол, в баскетбол. Будем приводить младших братьев или сестер. Глава Чернянского района Татьяна Круглякова подчеркнула, новый спортивный объект будет доступен всем желающим 24 часа в сутки. Так что если не к спортивным рекордам, то к новым спортивным привычкам здесь точно готовы и дети, и взрослые. Я думаю, что все селяне будут участниками, да, ходить и заниматься на этой спортивной площадке. Ну и, конечно же, наши школьники. У нас много спортсменов, которые посещают спортивные секции. Я надеюсь, что эта площадка будет востребована. Чернянцы в числе лидеров региона по созданию условий для занятий спортом в шаговой доступности. И эта многофункциональная площадка стала 18-й из построенных за последние годы в районе.